Здравствуйте, меня зовут Вероника, добро пожаловать на канал. Хочу сегодня рассказать вам о натуральной подкормке для рассады, которая содержит много витаминов и микроэлементов. И если хотите, чтобы ваша рассада была здоровой, крепкой, выросла быстро, хорошо плодоносила, то для роста и развития корневой системы обязательно нужно подкармливать простым действенным средством, которое укрепляет, помогает в развитии, помогает пережить стресс при пересадке. Также подходит для томатов, для перцев, для огурцов, да и практически для любой рассады. Этот настой – натуральное удобрение. Можно им поливать абсолютно любую рассаду. Давно он себя уже зарекомендовал. Еще моя бабушка им пользовалась. Думаю, что ваши бабушки пользовались тоже. Рассада всегда у нее была крепенькая, низенькая, коренастенькая. А речь идет об обычном рисе, том самом рисе, который мы употребляем в пищу. Рис нужно отварить, воду слить, но не в раковину, а в отдельную тару. Затем развести ее в соотношении 1 к 2 с обычной чистой питьевой водой, желательно, конечно, фильтрованной. И затем либо поливать по влажной почве, либо опрыскивать по листу. Я даже просто опрыскивание провожу и уже вижу результат. И перцы, и томаты, и огурцы таким образом подкармливаю. И получается сильная, мощная, здоровая, крепкая рассада. Большое вам урожайное спасибо за просмотр. Обязательно подписывайтесь на канал, ставьте лайк и заходите к нам еще. С вами была Вероника. До новых встреч!